В городе стартовала неделя детского кино. За несколько дней юные муравленковцы смогут посмотреть полнометражные отечественные мультфильмы «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Кот в сапогах» и многие другие. Киносеансы для всех желающих городской дом культуры организует бесплатно. Впервые подобные показы в Муравленко были организованы в прошлом году при поддержке окружного департамента культуры. Не так давно вышли изменения в закон Российской Федерации о поддержке кинематографии. И в настоящий момент мы можем без заключение договоров с дистрибьюторами напрямую бесплатно показывать фильмы, которые были мультфильмы, фильмы, которые стали народным национальным достоянием и сняты в период СССР. Неделя детского кино – отличная возможность. Интересно, используя провести досуг всей семьей или даже организовать выездной классный час для школьников. Я сюда пришла, чтобы посмотреть мультик. Я его просто никогда не видела. В некоторых мультиках есть какая-то польза, и для этого их смотрят. Самые активные сегодня уже посмотрели мультфильм Валентина Караваева «Возвращение блудного попугая». Расписание демонстрации фильмов можно найти на сайте Управления культуры и молодежной политики.